на медиум проходить, что-то не хочется. Не, ну какой медиум? Хотя на медиуме мы довольно быстро заспираемся. Уже. Ну. Наверное. Ну, вначале изи надо будет попробовать. На изи мне вообще интересно, там боссы хоть что-то делать будут, но так. А я видел недавно Игенлаш на изи, короче, проходил со своим другом. Ну, видел первый уровень и первого босса. Ну, на первом боссе все равно можно умереть, как бы, вот, когда эти пузырьки разлетаются. А можно умереть? О, ё, я думал, не та фаза. Я перепутал ее с... Ну, на первом боссе, как бы, там, ну да, там Пикачу легче, печеньки падают там по одной, по две штуки, короче. Но, тем не менее, на вот этих вот разлеташках цветных все равно можно слиться. В принципе, зайцы выживаемые. Третья собираешь. Лол. Прогресс. Все? Серьезно? Это что за... Это что, женщина? Тихо-тихо, там могу и слиться. Это что? Это даже сам бы попрыгали. Ну тоже такое. Все-таки первые две фазы самые сложные, понятно. Короче, изи, первые две фазы самые сложные, тащи давай. Черт. Много там у нее? Нет. Троллинг. Что это забыла за порнография в конце? Внезапно. Ты молодец, но ты мне этого бред. Да лол, я вообще не ожидал. Ей! А сейвик типа автосейв, да, наверное? Портал комната, кредиты, финал босс. 11446 смертей, а у красного... Блин, сбросили смерти из-за того, что мы, видимо, меняли сейв.